В Восточно-Казахстанской области наблюдается нехватка книг для слабовидящих граждан, говорят специалисты. Эта проблема решается благодаря работе специальной областной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан, где печатают издания казахстанских и зарубежных авторов на шрифте Брайля. Вот так ежедневно в библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан на Тифлокомплексе печатают новые книги для людей с проблемами зрения. Особое внимание уделяется изданию литературы отечественных авторов. Как отмечают специалисты, сейчас имеется нехватка литературы казахстанских авторов, напечатанной шрифтом Брайля. К сожалению, в нашей республике еще пока очень мало издательств, выпускающих книги на государственном языке именно рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. И поэтому мы стараемся своими силами восполнить, как бы сказать, выпуск книг для наших читателей, которые тоже хотят познакомиться именно с произведениями казахстанских авторов. Ахмету Байтурсынову было 150 лет юбилея, вот мы и выпустили эти книги. Также мы выпускаем книги еще к юбилейным датам других казахстанских авторов и писателей. Вот, например, Жамбулу Жамбаеву к 175-летию мы тоже выпустили сборник его известных стихотворений. Также на Тифлокомплексе печатают и книги известных восточно-казахстанских писателей. По словам библиотекарей, они у читателей пользуются большой популярностью. Мы очень тесно тоже сотрудничаем с нашими писателями-краеведами, приглашаем их на встречу. Вот когда мы выпускаем книгу, мы обязательно делаем презентацию с обзором и, конечно же, по возможности с приглашением самого автора. Вот нашего друга библиотеки Алдияра Обакирова мы выпустили книгу «Истина рядом». Она посвящена жизни и творчеству Шокана Валиханова. Сам автор в этой книге представлены сугубо личные размышления и воспоминания самого автора Алдияра Обакирова. Денис Ишунин печатает книги, переводя обычный текст в шрифт Брайля. По его словам, за месяц можно напечатать одну или две книги в зависимости от их размера. Благодаря Тифлокомплексу появилась возможность читать книги отечественных авторов, которые были раньше недоступны. До того, как не было у нас Тифлокомплекса, у нас не было возможности прочитать произведения казахстанских авторов, таких как Мухтара Ауэзова, Алдияра Обакирова. Теперь у жителей региона, имеющих проблемы со зрением, появилась возможность прочитать произведения своих любимых авторов. Очень удобно, что вот есть такой Тифлокомплекс. И самый хороший писатель, который мне больше всего нравится из наших, это Алдияр Акылбекович Аубакиров. Вот мы выпустили его две книги. Первая эта книга «Красная корова» и вторая книга – это «Истина рядом». В следующем году в библиотеке планируется напечатать 20 книг. Это будут произведения как классиков мировой литературы, так и казахстанских писателей. Ирина Санникова, Асхат Ардыбаев, Алтай Акпарат.